Зараз ми знаходимося на пляжі Лузанівка. Ще в березні місяці затвердили законопроєкт реконструкції цього пляжу для людей з інвалідністю. Роботи довго не починалися, почались лише тиждень тому. Інклюзивний пляж обіцяли завершити вже в грудні цього року. Все ж таки люди мають надію побачити такий пляж на селищі Котовського. Ми наразі приїхали сюди з депутатами перевірити, зробити інспекцію цього пляжу на добросовісне виконання усіх умов робіт. Зараз зі мною поруч знаходиться Лілія Леонідова, яка нам розповість, що тут відбувається, як проходять роботи. Добрий день, Лілія. Здравствуйте. Коли офіційно почались роботи на пляжі? Ну, після всіх процедур, тендерних і так далі, где-то приблизительно неділю, может быть, чуть больше дней назад, начались роботи, сюда заехали строители, и, собственно, мы приступили к полной реконструкции пляжа для людей с инвалидностью. Коли закінчення буде повне, закінчення цього? Смотрите, мы разделили проект на два этапа, потому что понятно, что есть этот бюджетный год, и в этом бюджете по программе равенства из городского бюджета выделено 2,8 миллионов гривен, и на следующий год остаток и всех работ будет выполнено. То есть это, знаете, ну, с одной стороны, можно говорить, что хотели в прошлом году, не получилось, но я хочу сказать, что это, наверное, единственный пример, когда мы начинаем, грубо говоря, поздней осенью, зимой в этом году для того, чтобы следующий курортный сезон люди встретили здесь солнце, море, уже в подготовленном, отреконструированном и новом пляже, доступном для одесситов. Нещодавно з'явилася інформація з приводу якогось дивного будівництва. Поясніть, що це за будівництво? Люди хвилюються, що не отримують все ж таки пляжу. Ну, к сожалению, люди, и они правы, нужно контролировать весь процесс, потому что то, что происходит с побережьем, особенно в той части со стороны фонтана, оно, естественно, вызывает больше вопросов, идет захват и склонов, и пляжей, и строительство на песке. Здесь сугубо будет муниципальный бесплатный пляж, собственно, для этого мы и пригласили вас, и сейчас говорим одесситам. Да, наверное, необходимо было сделать перед началом реконструкции здесь встречу и рассказать всем одесситам, что здесь будет происходить. Но что произошло, то произошло. Мы сегодня говорим и приехали сюда для того, чтобы контролировать весь процесс. И мы будем это делать регулярно. И мы на связи с заказчиком, это управление берегозащиты, и на связи с подрядчиком, который выполняет здесь все работы. Мы контролируем весь процесс для того, чтобы не получилось такой ошибки, как у нас произошло на 11-й станции. И, собственно, чтобы все работы, которые запланированы, и все здания, и все там реконструкція в рамках проекту були виконані. Скажіть, скільки зараз бюджет становить реконструкцію? В этом году это 2,8. По проектной сметной документации, которая была утверждена и прошла экспертизу еще год назад, это было 5,7 миллионов. Но сейчас с учетом экономических всех тенденций и возрастания строительных материалов и увеличения минимальной зарплаты, мы будем делать подрядчик и заказчик будут делать корректировку, и мы посмотрим уже окончательную сметную документацию. Какие вы можете выставки по инспекции сделать? Ну, то, что мы сегодня увидели, мы присутствовали при заливке фундамента, мы контролировали количество кубов, хотя понятно, что мы не имеем такой технической специальности для того, чтобы 100%, но то, что мы видим, и то, что нам говорят специалисты, пока все хорошо, будем посмотреть. Дякую за інформацію. Ми будемо і надалі слідити за перебігом даної реконструкції пляжу. Хочу наголосити, чому це так важливо. Таких пляжів в Одесі всього два, це буде третій. Цього є невдосталь для людей з обмеженими можливостями, з інвалідністю. Тому ми сподіваємося, що все буде добре.